Пока большинство выпускников школ Лангепаса сдают итоговую аттестацию, десятиклассники, в том числе и Мурат Билалов, участвуют в военно-полевых сборах. Я считаю, здесь можно приобрести очень большой опыт и много новых друзей. К примеру, опыт в построении, в марше и прочем, в отдавании команд. Интересно разбирать, собирать автомат, обоймы, стрелять из винтовок, а также делать пробежки 100 метров. 6 взводов – это 6 школ города. Только сейчас они не ученики, а новобранцы. Солдаты – будущие защитники России. Учебно-полевые сборы для них – все равно, что курс молодого бойца. Все здесь по-настоящему, по-армейски, без поблажек. В этом году участие в учебно-полевых сборах принимает 88 десятиклассников. Во время учебно-полевых сборов, значит, ребята изучают строевую подготовку, физическую подготовку, включающую в себя подтягивание на высокой перекладине, кросс 3 километра, 100 метров, метание гранаты. Проводятся занятия по общевоинским уставам, по медицинской подготовке. В течение 5 дней команды не только соревновались и сдавали нормативы, но и играли в футбол и пейнтбол. Проявляли себя творчески, рисовали настенные армейские газеты. Все это тоже засчитывалось при подведении итогов. Все очень нравится, обстановка дружелюбная, все собираются. Изучаем УЗИ армии успешно пока что. И, надеюсь, в дальнейшем тоже. Мне полевые сборы очень понравились. Мы стреляли с пневматической винтовки, играли в пинбол, проходили полосу препятствий, занимались физической подготовкой. Я не хочу стать военным, но как человеку, который, ну, хочет познакомиться с вот этим ремеслом, мне очень понравилось. Это очень полезно. Мне понравилось копать окопы, потому что это хорошее упражнение для всех мышц тела. И просто интересно. Военно-полевые сборы длились 5 дней. По завершении курса молодых бойцов наградили медалями и дипломами. Так, в общем зачете победителем стал ученик 3-й школы Ярослав Развалов. Второе и третье место присудили ребятам из 1-й школы Тихрону Якубову и Никите Леонтьеву. Сара Тураева, Султан Зигангиров, «Наши города».